Егор, неудачный результат для Локомотива. Как думаешь, с чем связано? Ну, пропустили два гола. Второй из-за своей ошибки. Первый тоже немного не доработали. Дальше хотели отыграться. То, что наигрывали, пытались сделать. Но которые моменты были, мы не реализовали. В целом была возможность отыграться, да, во втором тайме? Да, было один явный прям момент был. С углового был. Возможность отыграться и повести была. В любом случае, это матчи, они контрольные. А насколько вообще самочувствие позволяло играть в полную силу после таких сборов первой части? Ну, мы под нагрузками, мы прошли свой цикл нагрузок. Первый матч был еще тяжелее, этот нагрузки чуть-чуть меньше стали. И было легче, как бы, перестроение, темп был повыше в этой игры, нежели у первой, как можно было заметить. Но все равно в некоторых моментах еще... В последующих матчах мы будем быстрее перестраиваться, быстрее накрывать соперника, и темп еще будет выше. Для себя лично как оценишь итоги первого сбора? Ну, я провел все тренировки, которые были, получил ту нагрузку, которую дал мне тренерский штаб, поэтому я чувствую себя хорошо. Матчи по результату один сложился не очень, но в целом по игре мы играли достаточно хорошо, и то, что тренировали, мы пытались сделать.